Продолжаем конкурс на монеты. Каждая 1500 лайков, которые вы ставите, равна 10 миллионов монет на ваш аккаунт. Чтобы вам принять участие, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий, также обязательно быть подписчиком моей странички в Инстаграме. Результаты сегодня в 10 часов вечера на моей страничке в Инстаграме в истории, либо в моей группе Влад Капуста ВКонтакте. Всем вам хочу пожелать удачи. Все нужные ссылочки вы найдете в описании и в закрепленных комментариях. Регистрируйтесь как можно скорее и получайте крутые бонусы. Всем привет, друзья, с вами Влад Кабос, а сегодня вместе с вами заберу карточку Prime кумира Недвида. Рейтинг его составляет 99 LP, характеристики на него сногсшибательные, пойдет на все 100%. Итак, нажимаем забрать, и после этого сделаем тест его карточки. Максимум усиления навыков 23 левел. Офигеть. Вылетает охренительная карточка. Блин, ну выглядит бомбезно на самом деле, мне очень нравится. Поздравляем, вы открыли возможность еще выше поднять уровень усилений навыков. Серия А просто уничтожена, все игроки получены здесь. Если кому-то из вас нужна крутка FIFA Points, обращайтесь к ним в личном сообщении ВКонтакте, цены будут приемлемы для каждого из вас. Также накручиваю еще монетки. Вот так вот. Ребята, выбирайте, пожалуйста, следующую лигу, которую вы хотели бы, чтобы я собрал и забрал абсолютно всех игроков. Лига 1, Ла Лига, Бундеслига, Английская Премьер Лига, Сообщество. Ну, Сообщество не особо интересно, как я думаю. Ну, то такое, это самая такая, ну, дешманская для меня выйдет лига, грубо говоря. Переходим к составу. Делаем вот так вот. Ставим сюда вот Криштиану Роналду. На ЛП ставим Недведа. Как по мне, вышло очень бомбезно. Тут еще прокачать парочку игроков, и будет вообще такая ракета, блин. С этим составом, я думаю, нету никакого смысла вас знакомить. Вы можете увидеть все перед своими глазами. Состав просто уникальный, удивительный и нереальный, как по мне. Сыграем 3 матча в режиме атаки. Рейтинг моего состава 110, и рейтинг моего соперника будет 105. Хенри, угловой. Пике забьет. Красава, 1-0. Бруно. 2-0. Лонгшоты, конечно, вообще, ну, по кайфу тут в этом составе. Криштиану? Да ну не забивает, да? Вау, 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 как мы забили. Ну, это, конечно, круто было. Мне понравилось, на самом деле. Криштиану после ворота забьет, да, 4-2. Криштиану, давай, 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 давай. Криштиану обошел Гомеза. Думаю, забьем здесь, да. Изи, изи. Просто такие плюхи у Криштиану Роналду вообще ни с кем не сравниваются. Шевченко. 6-2. Криштиану, давай, давай, давай. 7-2. Да что ж такое, так сильно пробивает тут в составе все игроки. 8-2. Криштиану забивает ножницами вообще по кайфу. Недвид. Сквозь голкипера. Прям пробил, как будто его и не было там. На, 10-3. Успеем, не успеем, я не знаю. Тут сильно мало времени. Давайте хотя бы отсюда попробуем. Но не факт, что забьем. Да, 10-3 мы сыграли. Ищем второго соперника, против которого будем играть. У него рейтинг 108. Воу, сильный состав, конечно. Так, Криштиану. 1-0. Шевченко. Нет, не сумел забить, не сумел. Не сумел. Криштиану. Ну, кто? Как же тащит, пипец, блин. Пике, я думаю, что сумеет забить. Да, 2-0. Как-то особо, ну, не идет игра у меня, типа, нормально. А Недвид, давай, Недвид, Недвид. 3-1. Криштиану, давай, 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 давай. Эмреджан. 6-3. Ну и напоследок хотя бы еще последний гол. Криштиану, сумеешь забить? О-о-о, красава, 7-4 мы сыграли. Было плотненько играть, конечно, против такого соперника. Давайте найдем еще следующего. Надеюсь, что рейтинг у него будет выше, нежели чем у меня. Будет это вообще по кайфу играйте. Последний решающий матч. У меня рейтинг 110, у моего соперника рейтинг 109. Криштиану Роналду, Азар, Санчо, Лукас. Полетели. Шевченко. Келлини, мы обошли, обошли всех. Я думаю, забьем здесь. Да, на изи, 1-0. Шевченко, давай, 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 давай. 2-1. На пике. Пике, я думаю, то, что сумеет. Ну, не сумею реализовать себя Мальдини. Ну что ж такое? Недвед, давай, Недвед, давай, давай, давай. А вот так вот, Криштиану, красава, головой, умение у него работать, это на все 100%. Шевченко. Криштиану. На, 8-4. Криштиану, Криштиану. Кулибали мы обойдем. И Криштиану, думаю, забьет. Есть, 9-6. И последний момент, последний шанс, пожалуйста.
Недвид, дай ему. Ух ты, как он забил оттуда. Это невероятный лонгшот. Вот, ребята, это жестко было. Мы сыграли со счетом 10-6 против соперника с рейтингом 109. Мне пипец как понравилась карточка. Криштиану Роналду, ну тут нереальные игроки играют. Вау, ребята, я не знаю, как вам передать словами это все, но мне очень понравился этот состав. Блин, ну бомбезный состав. Если вам понравился мой ролик, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, написать всегда приятный комментарий. Ну и всегда будьте в тренде. Всем вам до скорых встреч и всем пока!